Привет, с вами Кирилл, и это новый маленький ролик по ZBrush. Да, а сегодня я подобрал три новые кисти. Возможно, они для кого-то новые, для кого-то они старые. А кто-то вообще не знает, что такое ZBrush. И по ошибке сюда зашел. С кем не бывает. И на этот ролик я подобрал совершенно, абсолютно разные кисти. Кто затягивает, кто вытягивает, кто втягивает. Может быть, конечно, эти кисти чем-нибудь и похожи. Но это уже решать вам. Так вот. Первая кисть называется клей. Она как бы начинает вытягивать этот предмет. И тем же самым, как бы это объяснить. Начинает делать как будто бы из этой головы шарик. Начинает засасывать глаза, рот, нос, губы. Ох, боюсь представить, что я этому парню засосала. Бедный парень. А вдруг он уже и не парень? Ну ладно, шутки в сторону. Что ж, эту кисть можно использовать совершенно для разных целей. Кто ее может использовать как какие-нибудь выпуклости на теле? Кто-то может сделать вообще из парня женщину, но это опять же ваше желание. Кто может сделать такие типа новые виртуальные очки, а кто может просто подправлять из круга и делать свои разные формы. Ну, особо чем-то примечательного у этой кисти ничего нету, в принципе. Ладно, давайте дальше. Дальше у нас софт конкрет. Господи. Этой кистью можно уже сделать плюс-минус хоть что-то похоже на волосы. Ну, вот примерно как-то так. Как делаю я. То есть быстренько такой помазюкал по голове. Еще помазюкал. И что-то хоть что-то, ну и получилось. А потом же, ну, либо же можно просто, если вы работаете с полным телом, можно просто типа обмотать его фольгой, а потом перекрасить. Ух. И сейчас и будет самая последняя кисть. Эта кисть, да, в принципе, этот ролик будет больше всего для причесок. Так, ладно, ищем эту кисть. Где она? Она называется Pinch. Этой кистью можно сделать так называемый эрокез. Или же делать полосу, как у аватара. Аватар! Ну, а вообще, все эти кисти могут использоваться. То есть, вы сами решаете, как их, что с ними делать. Можете использовать вообще, можете делать свою фигуру совершенно из ничего. А возможно, вы пойдете просто. Возможно, вы будете делать с этими кистями то, что я вам предложил. То есть в ZBrush, о этих кистях, их очень много. И вы сможете... Блин, это я повторяюсь. Блин, мама, я не знаю, что мне дальше говорить. Ну и как-то так, возможно, маленький для вас. Для кого не маленький, для кого очень большой ролик. Ну, в принципе, на этом и все. Это было три кисти. Я был Кирилл, я был здесь. Пока. Я тоже. Пока.